Бог видит нас такими, как мы есть. Бог видит нас без наших подкреплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок, бутафорных 100 пудов и благороднейших происхождений. Бог видит нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, злыми, духовно слабыми, на 2 ноги хромыми, готовыми чуть что впросак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая ее, спешили с глаз долой к кусту. Ведь мы стыдимся нашей наготы и норовим под мишурою крыться, упрятать от стыда зардевшиеся лица, от глаз всевидящих с надзвездной высоты. В последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка, что на спине по-детски нараспашку. Буквально ничего в дорогу своего. А то, что иногда кладут покойным в гроб, бессмысленно, наивно и нелепо, как катафалк с нагруженным прицепом, везущий вслед за гробом барахло. Безвыходность, отчаяние, обрыв. Или все же есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтоб встать пред Богом, наготу прикрыв. Да, есть. Смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас чистейшей одеждой. Белее снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына и нашей безнадежности картина преобразилась, став пред ним святой. Мы изменились в Божьих очах, родившись от Него, в Него крестились, в Его ковчеге навсегда укрылись. А крест Христов рассеял смерти мрак. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голковских на тех, кто, преклонясь без жестов броских, признался в наготе, приняв Его любовь. Аминь. Слава Господу.